Пане Валентине, старт виявився вдалим. Ваш аналіз гри, яка от простою не видалася, начебто досить впевнено, легко забили два, а потім що відбулося з командою? Пропустили, вже догравали. Ну, давайте, одначе, по грі. Ваш аналіз. Ну, во-первых, спасибо за приглашение в бизнес-лигу. У нас для нашей команды это дебют, можно сказать, и сразу именно в хорошей лиге, в хорошие отборы. Вот. Что касается по игре, ну, по игре, наверное, ну, чуть-чуть, может, при счете 3-0 расслабились, дали поиграть, во-первых, второй ненаигранной, можно сказать, пятерке, более игрокам, которые менее мастеровитые и ветераны. Поэтому... Ну, поэтому так сразу же быстро пропустили, потому что нет отлаженности как бы игры в обороне, там, в отборы. Ну, это уже технические моменты, будем смотреть, разбирать. Вот. И, ну, да, дальше все по игре. Как бы вышли уже игроки, которые действительно делают результат, и результат сделали. Ну, в принципі, в шістьох досить легко, на перший погляд, ви забили два м'ячі. Ну, игра в шестером отлажена, и в шестером, и в пятером, как в футзале, можно сказать. Все друг друга понимают, и все понимают, куда отдавать, где подставлять ногу и как забивать. Поэтому, ну, тут, в принципе, мы были уверены, что мы, ну, в крайнем, ну, по крайней мере, мы сравняем счет. То, что удалось выиграть, спасибо ребятам, спасибо команде. Як давно граєте цим складом? У вас були помічені люди і з хіта свого часу? Все люди, которые сейчас собраны в нашей команде, работают в Укрметре. Вот. Также они еще играют за команды, как бы получая там какие-то вознаграждения. Это не секрет. Но люди, которые, в частности, Колесников с Хита пришел, он устроен, он работает. Кадацкий, Корнев, Солонина, все люди, которые сейчас в Интере, они работают на Укрметре. Кого выделили в команде? Ну, безусловно, Колесников, его опыт такой очень весомый в команде. Он ведет команду за собой, у него еще остались такие амбиции экстралиги, игрока экстралиги. И поэтому ну, человек действительно на ходу и на опыте, ну, можно сказать, мастер с большой буквы. С перемогою. Спасибо большое.